Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Dying Light The Following. Меня кто не слышит, я тут совсем один, вы хочешь из засидки, подо мной целое море зомби, мне отсюда не выбраться. Так кто кричал? Синий вот этот вот. Посмотрим. Вот так вот, ребятки. На помощь прошу. Это такой обычный мужик, в принципе, спасать его смысла нету. Не знаю, как благодарить тебя. Буду молиться за тебя Богу Солнца. Ра. О, зверюга. Вот, держи небольшой подарок. Береги себя. А хотя у меня есть вообще оранжевые рецепты. Но я давно оружие уже не делал. Оружие как-то такое ручное отошло на второй план с появлением машины. Обожаю эту тачку. Игра очень Кармагеддон стала напоминать. Я очень люблю. Эй, у нас гости! Сейчас я вас огуляю. Так, где бы тут подойти? Мы стреляем, как только вас увидим. Вы сами за себя. А, блин. Ладно. По фонарю можно было, но я хочу как-то более интересно зайти. Ага, вижу все. Ага, опять же здесь. С такой дистанции плохо попадают. Ну, попадают. Не, попадают все-таки. Не скрываться негде. Зараза. Так, надо вымазаться, чтобы хоть зомби мне не мешали уже. Они там стреляют как бы друг по другу. Зомби туда попали к ним, что ли? Да, это славно. Так, у меня патронов нету совсем. Жизни тоже плохо. Так, вот там, ребятки. Что у меня есть? Метательное. Вот. Ну, не знаю. Вроде горит. А это какой-то офигенный молотов. Надеюсь, попал. Блин, заперто. Так, тут лучше дробовичок. Ха-ха-ха. А, и болт в нем торчит. Два даже. Не даст. Зарод, ты что творишь? Охренел совсем. Так. Дробовичок — это тема. Люблю. Сюрикенов этих ненужных понабрал.
один патрон, это не дело. Патрон для дробовика сложнее найти. Но их зато на дольше хватает. Томат быстрее расстреливается. Так, банально всех убить, да? Это я люблю. Ой, трубу взял. Ладно. Так, склад чист. Черный фургон. Это, я так понимаю, за базу, за основу взят Форт Транзит. Где-то они должны быть еще. Уютный домишко. Ага, тут база будет. Ну, есть чем поживиться. Ага. Где вы там? Вот так, дружок. Возрадуйся, богу огня. Пляши, танцуй. Танцуй в последнем танце. Все. Охулеть. Он меня трусом назвал. Сам прятался здесь. Хорошо прожарился. Шикарно. А, это этот кричит. Трус. Аркан? Просто убей меня. Why? Зачем? Как они могли? Аркан, да ты? Coward. Трус. Убей меня. Эй, Аркан. Что я мог сделать? Эй, ты в безопасности, мужик. Соберись, твоя дочка жива. Застрели меня, умоляю. Я хочу быть с ними, трус. Эркан, твоя дочь жива, она на ферме Джасира. Ты нужен ей. Трус. Вот ведь хрень. То есть он себя трусом называет. Джасир, слышишь меня? Не знаю, как там вышло, но Эркан все еще жив. Хотя совсем сломлен. Эркан жив! И ты правда разделся с теми бандитами? Слушай, меня он не знает. Мне до него не достучаться. Он в глубоком шоке. Ферма зачистил, так что, может, пришлешь своих ребят, чтобы они его забрали? Конечно, конечно. Мы позаботимся об этом. Спасибо. Ну во. Еще одно доброе дело сделал. Славно. Бедолага. Все, тут база теперь. Сколько время? Ну, поспать можно, в принципе. Так, куда дальше пойдем? Что тут у нас интересно есть? Я там внизу еще не бывал. Еще столько всего интересного. Ага, гнездо прыгунов зачистить. Пойдем туда. Поедем. Где у нас тут база ближайшая? Базы нету. Это хреново. Поедем, как раз к ночи доедем, я думаю. Все будет славно. Так, посмотрим. Испытание на скорость. Достичь предела скорости.
Так какой предел? А какой предел? Ну, я разгонялся. Это не был предел? Да ладно, это не был предел. Я летел просто. Это не предел? Это, кажется, не предел. Надо с обрыва сигануть, видимо. Или так не считается? Возможно, это все не считается. Ну ладно. Так, куда нам там ехать? Вверх подняться надо. А или можно объехать? Попробуем вот здесь проехать. Электрошокер, конечно, классная штука, но очень долго перезаряжается. Это минус. Но хотя бы смысл в нем есть, не так, как в огнемете. Огнемет вообще бессмысленный. Ой-ой-ой, сейчас рванет. Ну, кстати, не сильный урон нанес. Проблема в том, что он взрывается, и после этого скотины бегут. Турбобабы эти. Так, а здесь что у нас? Уровень повышенный, да? Шикарно. И обязательно взорваться надо. Вот урод. А, все, уже не починить. Ну ладно, сделаем тогда топовые тормоза. Все, все идеальное, все топовое. Так, теперь, может, появились тормоза? Не. Я не понимаю, как он тормозит. Где здесь тормоза? Ни дисковых, ни барабанных нету. Есть какая-то еще система, про которую не знаю. Ага, это сзади, надо как-то туда попасть. Я так понимаю, сейчас придется пешком. Просто бежать. На машине тут особо не проедешь. Ох, красиво полетел-то как. Прелесть. Так, это здесь. Надо аккуратненько спуститься. Вообще, это, конечно, абсурд, что мы этой веревкой вниз аккуратно спускаемся. Все равно бы он упал. Под водой вход, да? Сейчас посмотрим. Ишь ты! Непростое место. Сердце тьмы. Жутко. Звание такое жуткое. Повышенная активность. Хреново дело. Наверное, совершаю ошибку. Тем более, учитывая, что почти уровень опять получил. Ну, пофиг на этот уровень.
подышать бы. Тут, кстати, непонятно. Иногда вроде бы есть воздушный мешок, но никак не отображается. Вот, вроде есть. А, не, видно, видно все-таки. Поверхность воды тут видно. Так, ну теперь здесь посидим, подождем. Уровень вождения у нас есть. Броню усилим. Ну а что еще? Мины ставить неохота. Сигнализация, может, интересная штука. Ай, такое. Сильный корпус. И внешне она должна измениться, кстати. В принципе, самое лучшее все уже изучил. Так, все, в 9, да, получается? Отлично. Сейчас наступит ночь. Все. Пусть уйдут отсюда уж точно. Чтоб не как в прошлый раз. Это же они или кто это? Сейчас посмотрим. Так, потихонечку будем двигаться. Надо кого-то аккуратненько убить с арбалета. Стоит, зараза, очень неудачно. Заметит он меня в воде? А, или он в ту сторону смотрит? Куда я выставил? Плохо дело. Ну, куда вы побежите? Убил я его там? Так, а в воду вы не можете, да, ребята? Славно, славно. Хоть это радует. Под водой бегает. А, и сдохла. Как же они быстро жизни-то выбивают? Так, вот. Все. У меня какой-нибудь бомбы нету? Ракеты? Чтобы кинуть, оставить просто. В арбалете есть бомбы, но с первого удара, наверное, не убью сразу. Аптечек надо сделать, кстати. Так, готово. 10 аптечек. Прирядить их надо, а то забегают сейчас. Ну, все, теперь можно убивать. Все, обновимся. Все четенько делаем. Работа. Так, они начнут бегать, да, все? Что, повеселимся немножко? Топоры заодно. Так, все нормально. А я думал, что они будут на меня нападать. Все окей. Все хорошо.
Я потеряю маскировку. Они все бегунами стали, да? Давай. Кто еще? Так, вот эта тварь. Это не я, он сам. Я тут ни при чем. Так. Последняя, наверное, точка осталась. Вот. Ну что, убиваем? Что сейчас будет? Защищает его, что ли? Повышение уровня легенды, неужели? Все, можно уходить отсюда нафиг просто. А тут нет какого-нибудь выхода нормального? Пошли нафиг все. Все, поплыли отсюда. Нефиг тут делать. Сейчас испробуем ночью машину. Все эти фонари. Должно быть круто. Кстати, уровень легенды, можно что-то улучшить. Так, где эти твари? Вон, бродит одна. Мразь. Еще одна. Как раз рядом с машиной. Пусть пройдет. Так, сейчас будем пробовать. Ха-ха-ха. Ну, подходите, ублюдки. Испытание на скорость. Неужели это не предел? Какой же тут предел? Да! Все, я победил. То есть предел где-то 90 км в час, так понимаю. Вот так тебя, дружок. Огулял? Да. Все, эту машину теперь не остановить. Сколько опыта, а? Вот эта тачка, я понимаю. И что? И что, ребята? Ха-ха-ха, похочусь. Похочусь на вас. Ха-ха, страшно. Не привыкли убегать.
Маленькие ублюдки. Где? Какие они юркие. За ними непросто носиться. А, ультрафиолет заканчивает свое действие. Понятно. Накапливает энергию постепенно. И меня убили. Ну ладно, не страшно. Очков легенды все равно немного было. Испробовал зато все это оружие. Так, что у нас дальше на повестке дня? Вот здесь какое-то интересное задание в середине карты было. Там кто-то кричал: помогите, помогите. Найдите Сабита. Или Сабита. А где моя тачка, э? Где моя тачка, чувак? Yeah, it was close. Зараза, быстро же он бегает. Слышит меня кто-нибудь? Есть кто живой? На помощь! Мы в ловушке! Мы в доме возле реки! Застрял здесь с двумя детьми! Прошу, ответьте! Умоляю! Помогите! Да, зря, наверное, ночью сюда приехал. Слишком себя почувствовал вальяжно. Застряли я и двое детей. Зараза! Я думал, уже отстали. Третий уровень тревоги. Как же вы достали, ребята? А, тут... Блин, зря я сюда заехал, наверное. А не, вообще тут есть дорога, нормально, все окей. Так, задание оторваться не сейчас. Так, пойдем пешком. Тут вроде как на гору надо. Нельзя. Ну, скрипты не позволяют. Так, ты где-то здесь. Очки навыка. Что мы улучшим? Ближний бой, я думаю. Хотя лук очень сильно увеличивается, улучшается. Огнестрельное оружие тоже важно на 10%. Да, огнестрел. Все, ночь прошла. Никто не хочет ничего купить. Я скоро закрываюсь. У вас осталось лишь несколько минут. Ну, уговорил чертяк. Зараза, ну давай. А, это ночной этот побежал. Офигеть. Ядреный какой. Убила его? Друг на дружке лежат. Где там торговец? Так, сначала мы тут осмотримся. Это не Аконит? Нет, дружок, не так. Назад я не хотел прыгать. Вот так. А, что за? Так, сначала торговцу, может, сходим? Да, надо продать хлам ему, чтобы было куда лутать. Где он там?
приглашал меня, а сам живет хрен знает где. Ай, пошел он в задницу. Да ладно, стекло отремонтировалось. Так, сундучок. Открыть засов нельзя? Что, полезли? Зачем ты это сделал, Крейн? Вход в темную область. Блин, здесь надо наоборот. Ночью приходить. Джазир под его хижиной гнездо чертовых прыгунов, и половина вещей с обиды провалилась туда. Я постараюсь найти нужные вам травы, но сам он вряд ли выжил. Погиб, значит погиб. И на твоем месте я бы туда не совался. Из гнезд живыми не возвращаются. Wait, I think I heard something. Просто кажется, я что-то слышу. Выжил, чертяка. Он говорит что-то. Это металлисты, они поют так. Очень похоже на гроулинг или что-то типа того. Во дела. А прикольно было бы, раз сюда заходим, тут группа какая-нибудь норвежцев выступает, ядреных. Металюк таких. Шаться! Пощади! Holy fuck. Твою мать! Проявите сострадание, убейте. А может, его можно вылечить как-то? Помоги мне, help me, кричит. Он может стать звездой металлической сцены. Зачем ему умирать? Круто получается. Классный вокал. Сюда бы Blast Beat еще. Риф какой-нибудь забойный. Doom Metal готов. Все качественно получается. Это уметь надо, кстати, на ложных связках, чтобы не попортить голос. Классно фигачит. Так, сплаваем, посмотрим. Я думаю, тут нету вариантов. Надо убивать его. Да, будь это ведьмак, тогда был бы вариант. А так, только убить его. Прости, мужик. Так, не хочу оружие это портить. Фига себе, живучий какой. Заодно протестирую, сколько пуль надо. Стрел. Офигеть. Это Джасиру знать не обязательно. Так, обратно мы уйти должны через воду обязательно. Я так понимаю, мы можем подняться.
Ай, ладно, все, поплыли. Может, что новое будет интересное там? Ох, красота какая, эффектики классные, подводные. Выход из темной области. Так, классное вот это дополнение. Часть скорее. Столько миссий интересных. Так, мне травы найти надо. Во. Он иногда не хочет цепляться, зараза. Из-за этого не раз умирал. Очень обидно бывает. Опять. Стекло самовосстанавливающееся. Вот это материал, я понимаю. Так, это не то. Приз гонок. Он гонщик был, оказывается. А, все, нашел. Прекрасный денек, красотища. Да, офигенно. Такие виды. Что же будет во второй части? Сейчас-то видеокарты помощнее уже. Можно сделать такую красотищу и вид на дистанцию увеличить. Супер. Так, что у нас? Вернуться? Я хочу снизу поделать задание еще. А что-то нам мне кричали, мы с детьми здесь у реки. Поехали туда, там осмотримся еще. Так, ну я понимаю, я туда не попаду так. Надо плыть. Угу. Не знаю, правда, он звал или нет. Сейчас посмотрим. Ну все, понятно. Ну что, будет у нас история интересная. Дженнах. Кто-то из близких? Мой муж. Все, вряд ли нас можно назвать близкими. Он так и не простил мне, что не родил ему сына. Время от времени он ездил в город продать урожай. И шлялся там по бабам. Не мог штаны держать застегнутыми. Но теперь это ведь не важно. Матерь учит нас уважать людей, независимо от их грехов. Учит нас прощать. Ты ее видела? Собственными глазами? В смысле, до эпидемии? Матерь? Конечно! Около года назад. Жена уважаемого офицера, ее муж. Он был достойным человеком. Не таким, как мой. Ее муж погиб, когда эпидемия еще только начиналась. Намного раньше, чем она стала во главе детей солнца. Тогда мы прозрели, видели, кто она такая. Древние легенды не врали. Теперь все это знают. Все, кроме моего мужа. Он никогда ни во что не верил.
Я молюсь за его грешную душу, надеюсь, что она обретет покой. Как он умер? Он был грешником, он был наказан за свои грехи. Атака зомби? Сердечная атака. Он не заслуживал стать свидетелем прихода Бога Солнца. Матерь говорит, что когда Бог Солнца явится, наша земля будет исцелена. Ты в это веришь? Матерь защищает нас от заразы, и все, что она говорила, оказывалось правдой. Конечно, я верю. Тебе стоит уверовать, если не хочешь повторить ошибок моего мужа. Ну тут игра слов была. Zombie attack, heart attack. Сердечный приступ по-английски. Heart attack. Дропчик. Что-то промелькнуло вроде. А, вон. Окей. Что тут есть? Ничего. Она голубей ест. Ну а что ей остается? Бедняга. Так, тут где-то потерянный человек. Хорош. Ишь ты, какой трамплин-то. Не перепрыгнул, да? Ну, ладно, фух. Не там меня скинули, где я хотел бы. Зараза, откуда вы только беретесь? Так, здесь. Какие-то совсем сгнившие трупы. Или снизу там? А, наверное, снизу. Так, вот он упал, видимо. Надеюсь, не сам спрыгнул. Это Крей, нашел покойника. Уверен, тот из ваших. Черт, опять мертвец. Ладно, чувак, спасибо. То есть он не допрыгнул, ударился тут. Офигеть, вообще жесть. То есть надо разогнаться получше. Во! Другое дело. Эх ты, огонь не вовремя появился. Все, вырвались. И эта тварь тут. О, новая местность. Прихожане, кто-то оскверняет. Да, и пошли вы. Так, бегун. Ох, тут сосны, по-моему. Другие деревья, новые. Убил я его? Так, надо тушку подобрать. Задание, однако. А тут бегуны, получается, и днем бегают. Прикольно. Прыжок. Прекрасно. Папочка, ты слышал, кто-то идет? Нашел я это место, ура. Эй, там кто-то есть, прошу. Нам нужна помощь. Прошу, не бросайте нас одних. Ага, ща я их гуляю. Какие-то непонятные снаряды.
поработаем по классике. А ты стоишь с автоматом и не мог их перестрелять просто? Ну ты молодец. А, у меня даже наколка в этом костюме. Так, ну все. А. Безопасная зона разблокирована. Здорово. У тебя получилось. Даже не знаю, как выразить свою благодарность. Наша благодарность. Это твоя дочурка? Не хочу, конечно, тебя расстраивать, но, по-моему, твоя жена гуляла не там, где надо. Да ладно. Мы... Нам даже не о чем тебе заплатить, но с этого момента наша семья, твоя семья, и наш дом, твой дом. Безопасное место для ночлега, отличная плата, спасибо. Лицо, по-моему, новое, что-то не припомню таких. Мы живы в безопасности, и все благодаря тебе. Ты даришь людям больше добра, чем любой, кого я когда-либо знал. Неудивительно, что теперь все говорят только о тебе, мистер Крейн. Мелисуа ничего не скажет. О, ключики взять нельзя. Ага, сверху у нас спальня. Понятно, ладно, славно. Я ожидал тут задания какого-нибудь такого сложного. Но нет. Вот как можно запрыгиваешь и удар жмешь. Круто. Сейчас попробую на одном. Да, прямо на одном можно. Сейчас не получилось. Во как. Славно. Это прямо супер прием. Круто. Ты зараза. Сломал систему. Вот тебе за это. Краска молния. Понятно, тут краска хранилась. Должно быть классная. Столько трудиться пришлось ради нее. Так, надо испробовать эту краску. Возродился, вот тварь. Ну давай. Один раз я тебя убил, второй так же. С одного выстрела, нормально. А в нем даже ни инвентаря нет, я уже облутал. Он просто восстал. Офигеть. Бывает же такое. Так, молния. Снаряжение молния. Ну-ка. О, прикольненько, прикольненько. Люблю синий цвет на машине. Можно заправить. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.